Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели урок финансовой грамотности в Одинцовской средней школе номер 1. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Новая школа». Депутаты Совета депутатов Одинцовского округа Оксана Романовская и Максим Ганин приняли участие в беседе с учениками. Очевидно, что навык общения с деньгами нужно развивать с детства. В этом плане введение в школах элементов финансовой грамотности – давно назревшее и своевременное решение государства, отметила Оксана Романовская.